Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня мы рассмотрим кофемашину от компании Philips EP5060. Ссылки на актуальные цены будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, проанализировать отзывы пользователей, написать сценарий, записать звук и сделать монтаж. Очень надеюсь, что вам понравится и вы поставите лайк, а может даже подпишитесь на мой канал. Дисплей LED, управление кнопочное, объем 1,8 литра. Объем кувшина для молока – пол-литра. Объем контейнера для зерен – 250 грамм, высота чашки – 150 миллиметров. Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания. Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу мельницы менее шумной. Жернова кофемолок изготовлены из непревзойденной, прочной, высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 тысяч чашек кофе. Размеры кофемашины 34 см в ширину, 22 см в высоту, глубина 43 см, вес 7,2 кг, цвет черный. Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев. Бодрящий эспрессо, классический кофе или капучино — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе. Пенка. Каждый напиток будет украшен молочной нежной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике. Термоблок. Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали. Он быстро нагревается до нужной температуры. Фильтр для воды AquaClean. Запатентованное решение фильтра для воды AquaClean гарантирует максимально эффективное использование автоматической кофемашины. Заменяя фильтр каждый раз после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. При установке фильтра AquaClean в кофемашину уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются. Память. Благодаря функции памяти вы можете задать и сохранить нужный объем, чтобы всегда готовить любимый кофе и капучино так, как вам нравится. Благодаря этой функции машина приготовит кофе и капучино в соответствии с вашими предпочтениями. Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды. Очистка. Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки. Я посмотрел отзывы реальных пользователей, сейчас расскажу, на что жалуются обладатели этой модели. При приготовлении кофе таблетка не формировалась. Кофе сыпалось мимо варочного блока. Варочная панель при установке в устройство кое-как установили на место. Пар интенсивно шел из вентиляционных отверстий. Уже несколько раз промывало внутренний механизм при использовании 2 месяца. Кофе водянистый, пенка садится быстро. Часто сливать поддон приходится. Необходимо самому периодически все проверять и чистить, несмотря на функцию самоочистки. Буду объективным, расскажу не только о жалобах, но и о положительных отзывах об этой модели, которые, кстати, часто пересекаются с отрицательными. Итак, начнем. Как кто-то включил машину, аромат кофе по всей квартире радует. В использовании проста и удобно. Вкуснотищу готовит неземную, капучинатор хороший. Никаких заморочек по уходу за этой кофеваркой. Пенка густая, помол зерен мелкий и однородный, без крупных частичек. Жернова. Керамика есть керамика, и проблема с кислятиной не возникнет. Если вы являетесь обладателем данной кофемашины, то в комментариях к этому видео вы можете поделиться своим мнением об этой модели. В описании под видео вы найдете ссылки на лучшие цены этой кофемашины. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока!